1 сентября предложили сделать нерабочим днем. В Госдуме хотят изменить трудовой кодекс и сделать первый день учебного года выходным для тех родителей, которые провожают своих детей на линейку. Депутаты считают, что День знаний нужно проводить в кругу семьи, и чтобы этот праздник не становился причиной штрафов, отгулов и увольнений. Предлагают несколько часов дать родителям. Вот это самый тот вариант, который и нужен им. А целый выходной? А зачем? Не нужно считать? Почему? Не знаю. То есть несколько часов этого достаточно будет? Да. Ну, на линейке. Постоять, посмотреть, поздравить. Неплохо бы было, наверное. Почему? Ну, потому что это праздник, действительно, как-то все должны быть при празднике с детьми. Так что поддерживаю. Надо детей к школе подготовить, а это еще один денечек выходной. Ну, да, мы это, да. То есть это просто на подготовку детей к школе? Может быть, праздновать? Ну, это же праздник, да. Я думаю, надо, однозначно. Я считаю, что наполовину. Наполовину? Да. Почему? Ну, я считаю, что нужно отделить времени для детей, но в то же время и оставить рабочим днем. А почему? Для чего нужно оставить этот рабочий кусочек? Потому что я считаю, что достаточно всего лишь часть провести время с детьми, остальное время посвятить работе. Для родителей, да. Почему? Весь день? Весь день, чтобы провести с первоклассником время. А не хватит там пару часов? Нет, не хватит. Это будет мало, да? Конечно. Нет, а зачем? Ну, с детьми там время провести, может быть. Дети прекрасно проводят время сами. Все родители в школы идут, у всех школьники. И они действительно вот бегом-бегом и на работу надо. Это очень хорошо будет. Если это будет, это очень хорошо будет. То есть прям целый день выходной. Вот не несколько часов с работы отпроситься? Ну, может быть, хотя бы до обеда. Потому что это надо сделать. Можно, наверное, да, сделать выходной день. А почему? Ну, потому что это же праздник. Все-таки ходишь с детьми в школу, на линейку, смотришь. А это приходится оформлять административный отпуск или как-то договариваться с руководством. А целый день что можно делать с детьми? Ну, я обычно иду на линейку, потом мы идем с детьми отмечать, идем в кафе, гуляем потом по городу. Конечно, лишний выходной был бы не лишним для родителей и школьников. Можно было бы спокойно проводить детей на линейку и отметить 1 сентября. Но некоторые саровчане считают, что для этих целей достаточно отпроситься с работы всего на несколько часов. И этого будет достаточно. Для вас опрос проводили Светлана Ярунова, Константин Островский, Кирилл Новикевич. Служба новостей Саров 24.